Всем привет, с вами Red One Rage, а Red Grey, Егор, мой подписчик, а Red Grey Толик, я Кирилл. Вот что, сегодня мы играем в режим охотники против спидранера. Я спидранер, эти два умных человека охотники, и они должны меня, и эти два человека должны меня победить. Но победят ли они друг друга, мы тоже узнаем. Ну что, мы начинаем, погнали. Два бабуида догоняют Кирилла. Жиза, о, да. Что-то ты больно бьешься. Пока, Толик. Нет, нет. Да, да, да. Yes. Я снова на Егора компас показывает, что ты за эти. Пока, Толик, пока. Кирилл, что ты там за эти, за моды включил? Да, нормальные моды, просто прямо плыви и все. У меня компас... Ты просто прямо плыви? Да, я прямо плыву. А где... А что там с Егором? Толик где? Рядом с Толиком чешу? Ой, ну Егор. Нет, я вот за тобой плыву. За Толиком? Я лечу на дельфине. Ну, раньше за Толиком плыву. За Толиком. Вот блин. А теперь? Все, на Кирюху навелся опять. Настя. Вот блин. К воздуху плыви. Опа, а у меня буст этим. О, черт, Толик догоняет. Плыви. Да, Кирюха, привет. Не-не-не-не-не-не-не-не, свали, свали, свали. Кирюха. Свали, свали. Нет, нет, ты не за мной, ты где-то далеко там. Видишь, какой скачем, я? Скачем, да ну в смысле? Не-не-не-не-не, мой дельфин. Пока. Скачем, скачем. Пока. В Украину. Нет. Нет, 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 нет. Нет. Вы не возьмете меня живым. Я близко. Да встаньте, хватит, хватит, все, стоп. Стоп, все. Оставьте меня в живых, все. Хватит. Хватит, харе. Харе уже. Давай, быстро, быстро, я вижу. Я вижу то, что мне надо. Я вижу. Я вижу свет. Я вижу тоже. Это дерево. Бабуины. А, я не могу плыть, да. Защищайте меня, водоросли. Ты иди туда. Дерево. Бежим. Ну и беги, у нас дерево зато. Ну ладно. Плюс к развитию, погнал, бумц, бумц. Бурбумц, бумц, бумц. Блин, всё. Реально. Бум. Так, Кирюха, где у нас показывает? Вот, я с одним плыву, если он даже не... В смысле ты за мной плывешь? Хватит, у меня 4 хп. Давай, гони за ним, я за дерево. Нет, вы не возьмете меня живым. Я свалитус. Гудбай, 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 все. Все, я собрал много дерева, ну, нормально. Ну, какая разница, собрал ты много дерева или мало, у меня 3 дельфина, мне норм. Нифига себе. Фух, все. Я в безопасности. Я отплыл как можно дальше, все. Меня не найдете. О, смотрите, тут море, типа, переходит из моря в... Море, странное о, море и переходит из моря в море, найс. Ну, скажем так. А дальше особо интересного ничего не было. Ну, потому что все шло не так, как надо, компас постоянно не работал, моды тоже постоянно не работали. Ну как, там был только один мод, и он был с компаса. И он не работал. И в целом мы решили как бы закончить. Я решил, особенно сам решил запись закончить, потому что я понял, что в этом нет смысла. Но это было потом. А до этого, как я уже узнал попозже, у меня запись просто перестала записывать. Ну, в общем, пожалуй, все. Дальше еще плюс не было ничего особо смешного. Поэтому как бы такое. Единственное, что было, это то, что я сейчас вам покажу. Кое-что тоже такое. Зомби вот этот. Бывает. А, нет, я должен по отдельности. Понятно? И казалось бы, вроде бы ничего такого, ну, и умирают они, и что такое. А вот тут и прикол-то сам. Каждый раз, когда они умирали, мне приходилось телепортировать их один к одному.
Ну, то есть, допустим, умер Толик, я должен телепортировать его к Егору. Потому что они спаунились на спауне сервера. И, как бы, а поскольку эти восходящие звезды спидрана умирали почти что каждые, ну, там, минут 5-10, это так, это на записи не видно. А на самом деле там было много моментов, где они умирали, только маленькая часть их. Опять же, потому что я же не знал, что запись перестала записывать. И, в общем, такое, такое. Ну, во всяком случае, вот так мы и пытались спидранить, да? Ну, я пытался, меня должны были победить. Ну, вот так.